Друзья, прекрасные турецкие горы. И мы с вами находимся под Кемером. Вот в этом замечательном отеле Comfort Beach Resort. Я очень хочу вам показать, что там находится внутри. Пойдемте. Осторожно, все. Посмотрите, какая красота, какой изумительный дизайн. И вот это все потрясающие растения, не искусственные. За ними ухаживают люди. Их регулярно поливают, а здесь настолько жарко, что за ними нужно ухаживать очень тщательно. Хочу вам сказать, что там внизу находится спа, турецкие бани. Мы уже туда ходили, нам скрабировали тело, поэтому у нас очень хорошо лег загар. И вот смотрите, здесь сразу же находится ресепшн. Находятся девочки, которые, мальчики, которые рассказывают и отвечают туристам на все их вопросы. Ну и, конечно же, хочу обратить внимание, видите, в лифте девушка едет. Очень красивые лифты. Но вот там наверху находятся номера этого основного корпуса. Пройдемте. Я вам хочу сказать, что, конечно, данный в этом году туристический сезон, он, конечно, очень сложный. И не все отели еще открыты. Даже вот мы на пляже, когда находимся, мы смотрим, что и справа отели закрыты от нас, и слева закрыты от нас. Но мы ведь приехали отдыхать, мы ведь не приехали искать недостатки. Я не человек, который играет роль ревизора, который ходит и пальцем протирает пыль, проверяет, есть она или нет. Я просто приехала получать удовольствие, что и делаю, собственно говоря. Вот отсюда выходят люди, это основной, главный ресторан, где мы завтракаем, обедаем, ужинаем. Очень вкусно готовят, турецкая еда изумительная, много овощей, фруктов. Все каждый день свежевыжатый сок по утрам апельсиновый. Поэтому здоровый образ жизни мы поддерживаем и здесь, ходим плавать. Ну, естественно, да, вот, кстати, мы подошли к лобби-бару. Здесь можно выпить чай, кофе изумительный турецкий, всякие сладости поесть. Ну и, конечно, без шарап, белое вино, для тех, кто не понял, что я сказала. Друзья, хочу еще обратить ваше внимание, что вот мы сейчас выходим на террасу, и там вот впереди вы видите прекрасные горки для детей, водные горки. Сейчас они уже выключены, потому что уже скоро будет закат. Но дети с удовольствием проводят там дни, радуются жизни, плескаются. А вот если спуститься туда вниз, то там уже мы увидим замечательные наши бассейны. В этом году из-за того, что туристический сезон такой, в общем, сложный, и не все рискуют ехать, людей не очень много, на пляжах есть места, свободно везде можно столик занять, все, ну, запахи необыкновенные, природа чудесная, море изумительное, теплое, можно сказать, ну, 30 и, может быть, даже и больше градусов. Поэтому приезжайте, ловите удовольствие от жизни, от каждого дня. Так?